16 декабря 1943 года. 908 день войны. Сегодня юго-восточнее города Черкассы войска Красной Армии с боями заняли ряд населенных пунктов, среди которых села Вергуны, Чернявка, Новосельцы, Рублевка. В ходе городокской операции нашими войсками окружены части 4-й пехотной дивизии противника. Партизаны Ровенской области заминировали 3 железнодорожных моста и большой участок шоссейной дороги. В результате на минах подорвались 8 грузовых и 1 легковая вражеские автомашины. Убито несколько десятков немецких солдат и офицеров. Первый украинский фронт. 48-й танковый и 59-й армейские немецкие корпуса наносят новые удары по нашим войскам северо-западнее Радомышля на рубеже реки Ирша. Маршал Жуков прибыл из Ставки в штаб 1-го Украинского фронта. Проконсультировавшись с генералами Ватутиным и Рокоссовским о сложившейся обстановке, он отбыл в штаб 38-й армии. Сегодня принят указ об отсрочке выборов в Верховный Совет СССР. В связи с военной обстановкой выборы откладываются до декабря 1944 года. До этого времени продлеваются полномочия Верховного Совета СССР первого созыва. В Киеве ведутся работы к пуску трамвайного и троллейбусного движения. Трамвайщики Киева уже закончили работы на 5 основных городских маршрутах.